Здравствуйте! Сегодня на обзоре мотоцикл Suzuki GSX600F Katana 94 года выпуска. Мотоцикл без пробега по России, привезенный из Нидерландов. При покупке данного мотоцикла вы будете первым собственником в России. Пробег данного мотоцикла 27 тысяч километров. Он полностью в оригинальном виде, с оригинальными глушителями, в оригинальном пластике. Никаких следов ремонта или подкраса пластика я не обнаружил. Есть только несколько небольших царапин. В остальном мотоцикл в первозданном виде. Да, много вопросов поступало раньше по таким мотоциклам по поводу раскраски. Да, диски, это оригинальные диски, они, как вы видите, идут в сочетание с сиденьем, поэтому не думайте, что это диски не от этого мотоцикла. Это такой оригинальный дизайнерский ход дизайнеров Suzuki. Так, несколько слов по поводу расходников. Хотелось бы сразу сказать, что резина что перед, что зад, несмотря на хороший протектор, ее надо менять, поскольку есть трещины. А трещины только потому, что резина перед-зад 2003 года, и она потрескалась от времени. То есть, сами понимаете, с 2003 года на нем никто и не ездил практически. Глушители, как я уже сказал, оригинальные. Значит, диски что перед, что зад, без выработки. Колодки, не знаю, тут на видео невозможно показать, но колодки перед, процентов, наверное, еще 70-80 остаток. Вилка полностью сухая, без следов коррозии. Радиатор чистенький, ровненький, соты не замяты. В целом хочется показать вам состояние рамы, мотора. Задний диск просто как новый. Колодки тоже еще есть. Попробую отдельно сфотографировать на видео, прикреплю к объявлению. Цепь, я думаю, тут не нужно объяснять, что по уровню запаса для натяжения тут еще очень-очень много. На данном мотоцикле была произведена работа по чистке карбюраторов и был поставлен новый аккумулятор.
В общем, в целом хотел сказать, что это отличный байк. Как первый мотоцикл, а также неплохой вариант для людей, кто уже имеет опыт и хотел бы достаточно с небольшими деньгами, относительно с небольшими деньгами, приобрести себе мотоцикл на сезон. Из видимых вложений то, что нужно сделать, это, как я уже сказал, замена резины. Значит, передний размер это 110-80 на 17, а задний это 140-80 на 17. Ну и, соответственно, поменять масло, потому что масло здесь никто не менял. Как всегда, хотелось бы сказать, что мы можем отправить мотоцикл через транспортную компанию в регионы России, по Москве, Московской области, ближайшим областям можем доставить собственными силами. Пожалуйста, звоните, спрашивайте. Единственное, хотелось бы сказать, стоимость доставки транспортными компаниями уточняйте на сайте транспортной компании. Расчетом доставки до вашего города мы не занимаемся. Сколько стоит доставка, мы не знаем. Поэтому берите примерные данные мотоцикла в интернете, вес, параметры, габариты и рассчитывайте на сайте интересующего вас транспортной компании. Всем большое спасибо за просмотр. Напоследок хотелось бы сказать, что подписывайтесь на наш YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Здесь мы выкладываем новинки, которые только привезли. Будете в курсе новых поступлений. Сможете первыми приехать на осмотр, заказать, зарезервировать понравившийся вариант. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Всего хорошего. До свидания.